Поезд Победы сделает остановку в Муроме. Его маршрут пройдет по территории нашего региона в мае, сообщают владимирские коллеги. Свой путь состав начинает в Нижнем Новгороде 2 мая. И 2 же мая поезд сделает остановку в Коврове и Владимире. 3 мая он прибудет в Муром. Поезд украсит плакатами, вывесками и надписями. В голове поезда будет двигаться паровоз, который ходил по железной дороге в военные годы. В составе поезда будет военная техника и образцы вооружения. В планах инициаторов акции организовать полевую кухню. В качестве пассажиров на поезде поедут творческие коллективы и ветераны. Триумфальный выезд на дорогу состав уже совершал в честь 60-й и 65-й годовщины Великой Победы. Муромлянка Ефросинья Сумник была одной из участниц этой акции. Это незабываемые совершенно встречи. Это и стар, и млад, со всех окрестных деревень. И днем, и ночью толпы людей. Это повторение весны 45-го года. Те же объятия, те же слезы.